так каждый раз при уборке квартиры. Не любит у нас кот. Пылесос. Аж упал бедный. Здравствуйте, это канал Вил Видео, и сегодня мы смотрим, как будет реагировать на тот же самый пылесос моя кошка. Потому что кот реагирует очень агрессивно, и вы все в комментах писали то, что я издеваюсь над котом. Да нет, просто я его приучаю к пылесосу. Вот видите? Да, он выключен, но даже если я его включу, она не шипит абсолютно. Ей все равно, понимаете? Абсолютно все равно на пылесос. Ну, конечно, если я так докасаться до нее, ну, может быть, да. А так ей без разницы. Она даже сейчас начнет изучение. Что это такое интересное? Так что я не издеваюсь над животными. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока. Это пылесос. Канал Вил Видео. Подписывайтесь на канал. Мы проверяем реакцию кота на пылесос. Кота и кошки. Кошки все равно. Он зашипел. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока.